И снова всем привет, друзья, с вами GameMax, и сегодня мы будем играть в Red Ball. Так, мы в прошлый раз прошли до 40 уровня, сейчас будем 40-1. Так, ладно. Ой-ой-ой, ай, блин, лазеры. Они так резко появились. Так, давайте, сейчас едем. Скорее. Фух, мы не успели. Так, дальше едем. Снова квадратика убиваем. Так. О, привет. Ай, блин. Блин, так резко. Привет. Так, теперь сейчас мы качим такой же мяч, как мы. Давай катись. Мы пока что сюда вот встанем. Сейчас закатим. Все, он докатился до кнопки. Сейчас можно просто вот так собирать звездочки и все. Все. Так, вот, ой, я чуть-чуть не упал. Так, дальше. Квадратик получай. О, вы видели? Они отламываются. Вы видели? Они отламываются сразу, ничего себе. Я не знаю, что они могут отламывать. Так, все, вот так аккуратненько, сейчас мячик. Я буду с вами лазить. Ой. Стоп, там подать. Привет. А, держим. Так, вот он бабахнул. Теперь проходим уровень. Ой. Так, дальше тут. А, тут ускоря... А тут ускорялка, мы сейчас должны ускориться, да? Правильно? А, нет, тут не мячик должен сейчас взять. Так. Теперь едем обратно. Вон. Так, все. Теперь мы просто так едем и вру. Все, едем. И все. Готово. Опа, тут какие-то домики. Эй, привет. Опа. Упал. Привет. Он тоже упал. И все, и проходим уровень. Так, уровень 44. Фух. Мне нужно было что-то обратно, чтобы на плюсе. Так. Дальше нам нужно сейчас. Вот так вот. Так, просто держим. Вперед. О, нет. Ничего себе, от бабаха. Даже вот этот квадратик умирает. Я не знал. О, боссик. Ну что, вы готовы, ребят, сражаться с боссом? Все, погнали. Так. Ой, босс. Аккуратненько. Так. Получай. Ой. Получай. О, нет. Ух. Получай. Так, давай его тут встанем. Ага. Давайте теперь в серединке. О! Да. Куда теперь дальше? Он пришел. Так, сейчас мы возле него. А! А, ну я что, возле него бабахнул, и он умирает. Окей. Или возле него. И теперь бежим. Все, бабахнем. Ой. Все. Так, все. Все, ну, он бабахнул. Все, и теперь вот шарики, которые были в клетке, они теперь свободны. И все, и шарики типа. А теперь вот эту фабрику разрушили. Теперь у нас все хорошо. И все. Вот и мы освободили землю. И потом у нас будет битва за Луну. Ну что, ребятки, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был GameMax, и всем пока!